Всем привет! В эфире Телегид, ваш личный путеводитель по эфирному пространству ЛРТ. Эту неделю мы проведем с новым сериалом, а вечерами будем наслаждаться хорошими лентами. Все подробности расскажу вам я, Анна Троян. Поехали! Кто не знает, что «Одесса, мама» – премьерный сериал передаст особый дух и нравы этого города. Как ее только не называли, однако репутация главной воровской столицы сделала свое дело. Город с неиссякаемой коммерческой жилкой издавна становился приютом для тех, кто не в ладу с законом. И совсем не удивительно, что в историю Одессы вписаны не только знаменитые мошенники, но и отважные стражи правопорядка. Следим за уникальными героями и событиями вместе всей семьей по будням в 11:00 и 18:30. Извиняюсь, это беспредел какой-то. Я поговорю с Борчуком. Совсем тут распустились. Пара нарядов милиции, проблема будет решена. Такая тяжелая любовь на расстоянии, лирика и сложный выбор. Все это в ленте «Связь». Увидим уже в среду. Любовь нечаянно нагрянет, когда ее совсем не ждешь. Им уже за 30, у обоих семья, дети, работа. Они рвутся друг к другу, мечутся между долгом и двумя столицами. Чувства прочны, как канаты, как и связь со всеми людьми, которые были до этого в их жизни. Выбор особенно тяжелый, потому как у обоих прекрасные семьи и понимающие спутники жизни. И что выберут теперь герои? Смотрим 26 октября в 20:45. Илюш, ты не понимаешь, он не оформитель витрин. Он художник. Ты понимаешь, что художник. А потом, как ты себе это представляешь? Ты думаешь, он не поймет, чей это магазин? А в четверг будем наслаждаться великолепной игрой Джорджа Клуни в криминальной драме «Американец». После провала очередной операции профессиональный киллер завершает свою карьеру. Для завершения дела герой направляется на другой континент, где влюбляется в куртизанку. Впервые в жизни раскрывается сердце человека, вынужденного таиться всю жизнь. Преступник спокоен и счастлив настолько, что теряет бдительность. Чем обернется эта история, увидим 27 октября 20:45. Джер, Павел, давно не виделись. Что за девушка? Подруга. Подруга? Каково это – влюбиться в невесту брата? Прочувствуйте на себе, когда познакомитесь с главным героем ленты в пятницу. Дэн – вдовец, отец трех дочерей. Остроумный журналист, который дает советы читателям в престижной газете. Но когда мужчина влюбляется, то с удивлением обнаруживает, что советы, которые на протяжении многих лет он давал своим читателям и детям, в его случае не действуют. Комедию «Влюбиться в невесту брата» смотрим 28 октября в 20:45. Что мы делаем? Наверное, ошибку. Да. Но когда такое случается, это как судьба, я думаю. Мне кажется, мы должны подумать о твоих девочках. В течение недели в Люберецком районе было много событий. Не пропустите все самое важное в нашей программе «Итоги недели». В часовом информационном выпуске вас ждут интереснейшие репортажи минувших 7 дней. Смотрите в субботу и воскресенье в 10:00 и 19:30. Частная пионерская. Вместе с такой лентой в эти выходные мы окунемся в далекое советское прошлое. Картина в лучших традициях того времени знакомит нас с обыкновенными мальчишками. На носу день рождения пионерской организации, который ребятам нельзя пропустить. Однако накануне завязывается настоящая детективная история, и перед героями становится серьезный выбор – общественное или частное, дружба или развлечение. Все подробности на ЛРТ в субботу в 14:00 и в воскресенье в 16:15. Просто у Димки бабушке надо было в поликлинику, и они ей помогают. Господи, ну почему именно сегодня-то? Я с ума с вами сойду. Ну что ж, а в воскресенье готовимся к встрече со скороносным Леонардо Ди Каприо и лентой, которая стала обладателем целых 3 золотых глобусов.
«Авиатор» – это история Говарда Хьюза. Он успешный бизнесмен, все красавицы Голливуда готовы отдать ему свое сердце, но несмотря на баснословные доходы и известность, герой очень быстро устал от такой жизни. По-настоящему счастливым он чувствует себя в небе. Его настоящая любовь – это полеты за штурвалом. 30 октября в 20:30 включаем ЛРТ и смотрим подробно. Можете арестовывать, вы даже можете предположить, что я струсил и сбежал от вас. Но этот цирк мне давно осточертел. Всего доброго. Я должен был так поступить. Спасибо. На этом наш обзор подошел к концу, друзья. А я напоминаю, что новости, программы и рубрики вы можете посмотреть еще и на сайте www.lrt.tv. Следите за развитием событий и подписывайтесь на нас в соцсетях. С вами была Анна Троян. Одевайтесь теплее. Пока-пока.